Номер 17 Азамат Эшроков. 10 Вадим Зашакуев, капитан команды. 4 Астемир Канукоев, номер 22. Руся пока на 7 строчке. 4 победы, 2 ничьи. Атака Черкеса 0-7. Вот, пожалуйста, едва ли первый мяч не сбивает Бару. Самое Черкес 0-7. Опорники тоже довольно низко спускаются у Баруси. А здесь и Бажев. Хорошая передача. Момент. И будет ли 1-0? Что здесь никак не могут мяч затолкать, а? Вот. И низом разыгрывает Баруси. Мяч забирает. А у нас пока что даже 10 минут нет позади. Вот сколько моментов уже увидели, да, ворот Алима Бакуева. Баруси старалась один раз огрызнуться. Удар в створ. Ну, видимо, да, Урусбиев уходит на фланг. Батырбекбоев будет играть в центре поля. А вот момент, еще один возникает, 1-0. Вот так вот быстро выходит перед... Осторожно, нужно играть вот здесь вот в бароне, а? Перекатывая мяч. Да, Урусбиев вышел на поле, ушел на фланг. И в центре будет играть Кишев. А это дальний удар. Крутом Азамата Шагина. И играет на партнера. Хорошая передача. Забивает и второй мяч. 2-0. Амир Бажев. Легко и непринужден. Так. Ответ Баруси там, между прочим. А? Конечно, тоже никак на это не решусь. Еще одна атака Черкеса 0-7. Вот и голы посыпались. Еще один было сыграно. 0-7 убегает в контратаку на Урусбиева. Эта передача пошла. Здесь здорово подкараулил. Бекбоев не дал мячу уйти. Пузов ударное исполнение, но Алим Бакуев. На самом деле очень хороший данный. Да, и рост, и сложение хорошее для футболиста. А вот здесь еще одна атака Черкеса 0-7. Мук и... Так, Бекбоев. Баруси в атаке. Ой, прошу прощения, Черкес. 0-7 в атаке и автогол. Автогол защитника Баруси. Урусбиев, он там промивак. Пусто становится. Еще одна атака и 4-0. И решили здесь посовещаться Рустам Шартанов и Амир Бажев. И вот так решил подсечь 9 номер. Ну что, 25 минут у Баруси, чтобы прийти наконец в себя и проявить свой характер. 4-0 после первого тайма. Черкес 0-7. Снова Бекбоев. Начинается атака. И центр проваливается у Баруси. И Апажев забивает уже пятый мяч. 0-5. Минута четвертая. И здесь снова 0-7 разыгрывает удар воротом и в своего игрока здесь попадает. Хотя первую победу в чемпионате команда одержала в пятом туре над Алтуда 6-2. Результат той игры. А вот здесь едва ли Бекбоев не забивает. Шестой мяч. Не зря он получил капитанскую повязку в составе Баруси. И вот такой вот удар в сторону, но Шагинов... В сторону мяч бил. Посмотрите, реакция Бакуева, да? Как так можно в обороне играть, наверное, говорит голкипер Баруси. Еще и удар поротом Бакуева от Амира Ба. Но вот здесь некому было завершать эту атаку. Харанов. Смотрим. Удар неудачно. Но соглашусь, пока Баруси наконец-то создает неплохой момент. Очень здорово. Ну вот. Там работает классно. Азамат Шагин. 10 минут почти у нас позади. И, да, Баруси пыталась как-то менять игру от основных ворот. А вот здесь сколько раз, а, Черкес 0-7 не было непросто, да, удержать победный счет. Потому что Алтуд не стеснялся тоже атаковать. Алтуд был очень настырным во втором тайме. Конечно, многие будут еще по-прежнему спорить о легитимности отмены этого мяча. А вот здесь, пожалуйста, рядом со штангой бьет Ратмир Урусбиев. В общем, туре. В 12-м туре. Здесь забьет ли Черкес 0-7. Смотрим на одну атаку. Нет. У Баруси следующая игра. Неплохо.
Еще одна атака. Вот и ударная позиция. 6-0. Залим Кишев. Апашев. Хорошая передача. И ворота пустые. И Бакуев здесь уже. Давайте. Сейчас снова. И вот уже здесь нужно бить по ротам. И удар-то есть. Забивает. И 0-7. Вот так вот. И символичный счет на табло. Пажев мяч здорово перехватил. Еще одна атака. Передача. Момент. Будет ли удар? И пенальти. Это и в этой встрече. Удар по ротам. И 0-8 на этот раз. Нет, символичного счета мы уже... И какой гол-то забивает. Ну, все-таки, да, красоту под каната. А вот здесь Бакуев уже потерял ворота. Ворота уже пустые. 9-1 счет на табло. И со свистом Азамат Базиев фиксирует.